пожалуйста. Если у кого-то есть желание. Ты не хочешь помочь? Да чё-то нет. Хочу осмотреть кабинет папа. А папа что у нас? Полковник. Первый этаж налево. Я смогу. Разберу сначала вещи, а познакомиться можно и потом. Зачем? Она ведь, наверное, такая дорогая. Мась, ну ты чего? Я дерьмо на распродаже купила. Можешь даже не переживать. Слушать. Это не на всю, вот на всю. О!